Христа, Учителя благого, сокрытый в нас в сердечной глубине. И ты, и я, мы все письмо Христово, его читают люди на земле. Большая книга наша жизнь земная, и ветер в ней страницы шевелит. На тех страницах боли и страдания, и радость светлая, как луч царит. Там жар сердец, труды страдления наши, молитвы тихие и зов души, о жизни нашей те страницы скажут, живые говорящие они. Читают люди жадно нашу книгу, они увидеть Господа хотят. А хорошо письмо Христов нас видно, и сможет ли прочесть, что нужно взгляд? Христос писал письмо своей любовью, своею жертвой, кровью святой. Об только б наша жизнь была такою, чтобы не стер я почерк дорогой. Тот почерк правды и глубокой веры, терпения и негаснущей любви. Все эти чувства пусть в нас не померкнут, чтоб люди узнавать Христа могли. И ты, и я, мы все письмо Христово, его читают люди на земле.